Всем привет! Хочу рассказать про духовой шкаф, который мы приобрели. Это фирма Weisgaff, 442 модель. Это модель месяца свече. У нее довольно высокое качество материалов. Вся лицевая сторона – это вот такое закаленное стекло. Есть большая металлическая ручка, довольно удобная. Здесь дисплей достаточно яркий. Вот камера внутри. Выполнена из нержавеющей стали. Нет никакого постороннего запаха. Объемом 44 литра. Очень проста в уходе, легко моется. Есть гидролизная очистка. Внизу это эмалированный стол. Он поворотный. Мы его используем для разогрева еды. Готовим на нем пиццу. Все равномерно запекается. Даже есть отдельный режим 3D-конвекции, но пока еще его не пробовали, но обязательно попробуем. Сейчас покажу сенсорный дисплей. Очень прост, удобен. Имеет крупную индикацию. Отображает текущее время. Здесь выбирается режим готовки. Их 5 основных. Это микроволновая печь, гриль, далее горячий воздух, гриль с конвекцией, горячий воздух с нижним нагревом. Между собой их можно вот так комбинировать. Все довольно просто. Здесь выбирается нужная температура, диапазон в 5 градусов. И время выставляется необходимое, которое нужно для приготовления. Вот так. Далее есть 13 автоматических программ, это буковка А. Капелька – это разморозка. И предварительный разогрев. Все, чтобы включить, нажимаем вот сюда на play. Остановить, вот сюда нажимаем паузу, либо открываем дверцу на выбор. Ко всему комплекте был вот такой стеклянный противень. Сейчас покажу. Он очень удобный, пользуюсь им практически постоянно. Он глубокий, с высокими бортиками. Самое главное, не пригорает, поэтому готовим мы без масла, и это определенный плюс. И вот такие две гриль-решетки. Вот одна круглая и одна вот такая квадратная. Мы ее ставим так на отдельный противень. Это все в духовку ставим и вот так готовим. Весь жир капает на этот противень. В общем, мы всем довольны. Все заявленные параметры соответствуют. Смотрится красиво, органично. Главное, экономит место, так как отдельное свечение покупали. Все два в одном. Вот такая у нас печь. Всем рекомендую. Спасибо.